наблюдал. Один раз лично сам посмотрел. Полбу давай. Так, девочка впереди встала, а сзади ее подружка сидит. Я пока сдвою сопка в нем, это берет условно. Хоп, она разбегается и в воду прыгает. Такая же глубина, вот как здесь, она полностью уходит. Я так не выжимаю, и бомбочка полностью уходит. Как так, хрен его знает. Останется загадкой. И в этом же походе эта же девочка, которая помогала этой. Или эту, которую мы скинули, не знаю. Короче, вообще девочки, девочку скидывали. Едем под расческой. Вот дерево лежит, под расческой едем. Она за ветку так цепилась. А я сзади сижу, короче. Все, проплыли. Не вижу, что на ветку держит. Она отпускает меня так. Вместе с веслом. За долю секунды. Ну, летом хорошо. А потом она веслом полбу получила, да? И... Все поржали. Так лето, летом-то грех не искупаться. Блин. Давайте чуть подведем эту штуку. Давай, Тёма. Вон, кстати, эти берег с бабочкой. Он погнали туда? Тут дерьмо какое-то воняет, коровьи. Коровы купались. Значит, скоро приплывем. Всё, арахая. Тём, давай вот эти полейка. Да, они тогда вообще круто будут. Готовченко? Да. Так я снимаю все это время. Охуеть! Маринка их метет!